Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео, и если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Сегодня во всем мире напевают, наверное, самую известную мелодию из индийского кино в память об авторе главного музыкального суперхита Болливуда. Композитор Баппи Лахири умер в Мумбаи. Он работал на индийской фабрике грез в 70-е и 80-е годы и написал саундтреки к основным музыкальным болливудским блокбастерам. Главным его фильмом стал, конечно, «Танцор диско». В СССР и в Восточной Европе лента просто взорвала кинопрокат. Песню о Джимми знали наизусть и могли исполнить на хинди без запинки.